Добрый день, коллеги, добрый день, друзья. В связи с тем, что мне задают много вопросов друзья, родственники, сослуживцы, коллеги о том, как я себя чувствую после прививки. Хочу сразу всем ответить на этот вопрос и как происходило. Прививку я сделал в пятницу в час дня, и весь день я чувствовал себя совершенно свободно, даже было обидно. Должны быть какие-то последствия, я вообще ничего не чувствовал. И когда уже лег спать, наверное, в час ночи, я почувствовал озноб и жар. Ну, я понял, что последствия какие-то все-таки наступают, закутался в одеяло и опять заснул. И в течение ночи я вот так раза 3-4 просыпался, мокрый весь абсолютно, переворачивал одеяло и опять ложился спать. Около 4 утра это все закончилось, и в 5 я чувствовал себя уже абсолютно здоровым. На следующий день, суббота, я просто погулял, ничего такого физического не делал, хотел спать. А в пятницу я уже, в воскресенье я уже поехал на мотоцикле кататься. В понедельник я вышел на тренировку, сейчас чувствую себя абсолютно здоровым. Я понимаю, я тоже в эту прививку не верил. Нас поставили в такие условия, что делать всем придется. Коронавирус это навсегда, это как грипп. Поэтому никуда мы не денемся. Ну, здоровья и удачи, не бойтесь.